Сегодня в Канске смотрим ход голосования, ход явки на выборы. Уже проведена нами первичная оценка хода явки и голосования транспортной отрасли, предприятий транспортной отрасли. Хочу отметить, что предприятия транспортной отрасли в целом достаточно хорошо организовано, приходят на избирательные участки. Есть график, тоже в соответствии с которым в работу выстраивают руководители предприятий для того, чтобы обеспечить их бесперебойную работу. Поэтому все идет в плановом режиме. Лично я сам тоже с утра свой гражданский долг исполнил и призываю сделать то же самое всех жителей города Канска.